Уважаемые зрители, просьба присаживаться поудобнее, и приятного вам просмотра. Ирина Слуцкая рассказала о том, что имеет серьезные проблемы со здоровьем. Фигуристка страдает системным ревматоидным заболеванием, выражающимся в поражении сосудов и соединительных тканей. Как призналась Ирина, от этого невозможно излечиться. Фигуристка вынуждена постоянно принимать гормональные препараты, передает телепрограмма. Слуцкая отметила, что после того, как общественность узнала о ее болезни, многие начали обращаться к Ирине за советом. Она относится к этому с пониманием и старается отвечать своим поклонникам. Напомним, на данный момент Слуцкая состоит в браке с бизнесменом Алексеем Гавыриным. Свадьба состоялась в 2018 году. Год назад фигуристка сообщила о рождении дочери Киры. Также у Ирины есть двое детей от первого брака, 13-летний сын Артем и 9-летняя дочь Варвара. Мальчик мечтает попасть в гражданскую авиацию. Сейчас он упорно готовится, изучая два иностранных языка, английский и французский. С 4 лет Варвара... Друзья, подпишитесь, пожалуйста, на наш канал, и всего вам доброго.